Это музей Невзоров. Пойдем посмотрим. Сейчас здесь очень интересно, потому что проходит одновременно сразу несколько выставок. Выставка фарфора, национальная выставка, выставка, посвященная Наурызу, мелодия весны. А еще здесь очень много красивых картин. Узнали ее? Привет! Ну и, конечно, самое горячее событие – выставка нашего земляка, талантливого художника-живописца Байгалиева Толиугазы. Директор музея Невзоровых тепло всех поприветствовала. Было очень много посетителей. А больше всего меня поразил тот факт, что художник целый год, 365 дней, ежедневно рисовал этюды. Здесь его все работы. Вы можете такое представить? У него много других работ с пейзажами нашего города и не только. Мне очень понравилось. Обязательно посетите это место. А вы любите ходить на выставки?